давно не виделись. Мы приехали в штат Нью-Йорк. Это отель с парковой зоной в горах с озером, где очень красиво. Такие вот виды со мной. Такое старинное здание. Это отель с башенками. Я вам покажу, как он внутри. Мы здесь на 2 дня. Да, штат Нью-Йорк, он большой, даже здесь есть горы. Буду вам показывать, что есть вокруг меня. Иногда со звуком, иногда с музыкой, как обычно. Если вам понравится это видео, ставьте пальчик вверх. Не забывайте подписаться на канал. Все, пойдемте смотреть отель внутри. Большая карта. Наверное, это видео оставлю все-таки со звуком. Это главный вход, где регистрируют машины и забирают багаж. Пока вы ждете свою комнату, это большая карта. Вот и сам отель. Такая большая территория. Это все гористая такая местность, горная. Махонка. Такой домик в горах. Действительно, территория большая. Написано все, что есть. Пойдем на второй этаж. Покажу вам интерьеры. Лестница большая-большая, высокая-высокая. Вот этаж туда идет, высоко-высоко. Первый этаж, где мы были, такой английский, можно сказать, стиль. Но запах тут специфический, я вам хочу сказать, мне кажется, из-за вот этого вот ковра. Туда можно выйти, сюда можно выйти. Вот такой вот стиль. И в ту сторону, если идти в ту сторону, там находится большая столовая. Показала вам кусочек. Такое все деревянное-деревянное. Запах тут не сколько дерева, сколько этого вот ковра. Мы сейчас пойдем туда, сходим на свежий воздух. Сейчас покажу вам. Мне кажется, с этой стороны оно еще красивее. Много чего сделано из дерева. Но на улице запах намного свежее, чем внутри. У меня
все гостиницы, как они называют, домик в горах не помещаются в кадр. Здесь можно покататься на лошадках, здесь можно сходить в парк, есть арт-галерея, есть даже гольф, есть возможность покататься на лодочках, есть гольф-кары, сходить в поход. В общем, несколько обеденных зон для завтрака, для ужина, для полдника. В общем, пока сегодня погода хорошая, хочу пройтись погуляться. Вот. А завтра должен быть дождик, как у нас обещает гидрометцентр. И значит, я пойду в арт-галерею, скорее всего. Вот, 4 часа у нас заселение. Мне должны позвонить, сказать, если номер готов. И тогда я вам покажу номер обязательно. Мы уже пришли в сад. Вдали наше место, где мы будем сегодня ночевать. Тропинки. Ой. Нам бы на дачу такое. Что-то наподобие этого. Тропинки. И деревца посередине. Горшочки. Здесь только кустов черной смородины по периметру не хватает, так бы было, как на нашей даче. Что я про нее постоянно вспоминаю? Наверное, скучаю. Собственно, помидоры похожи, да? Но это не помидоры. Что-то иное. В основном цветы. Чернобрывти есть. Или это не чернобрывти? Нет, что-то похоже на что-то другое. Другого ракурса покажу вам, где мы только что с вами прошлись. А вот это, если я не ошибаюсь, это лабиринт. Можно туда пойти пройтись. Такой домик прямо среди деревьев. Мы потом туда зайдем тоже с вами. Это вдали розарий. Это все-таки лабиринт. Тут написано все правильно. Сейчас пойдем посмотрим, что в этом маленьком домике. Беру вас вместе с собой. Пойдем вместе подниматься по ступенькам. Ух ты! Только посмотрите. Боже, это же мечта всего моего детства. Ну, не то, что моя мечта, но как сказать. Домик на дереве. А это домик среди деревьев. Ух ты! Какое оно все интересное. Вот тут классная беседочка, конечно. Берем идею на вооружение. Вот он вид какой красивый. Или дерево всегда большое, или камера слишком маленькая. Мне ничего не помещается, как обычно. Сейчас себя покажу. А то жалуетесь, что я себя не показываю. Вот я себя и показала. Так, тучки сгущаются. Если мы здесь на 2 дня... Машина едет. Не вовремя. Если мы здесь на 2 дня, сегодня более-менее солнечно. К вечеру должно быть пасмурно. Вот сегодня я хочу поактивнее провести день. Как сказать... На свежем воздухе. А завтра уже, скорее всего, будет дождь, и мы где-то будем находиться в таких местах, где есть крыша, какой-то навес. Хочу туда наверх подняться. Видно вам? Видно. Пойдемте вместе. Вот сюда надо подняться. Ну, крутые тут ступеньки, конечно. Ух ты. А можно я здесь буду ночевать? У нас еда, все включено, поэтому принесите мне еду сюда, пожалуйста. Ладно, не буду я уже лентяничать, схожу я за едой, так уж и быть. А вот он, виднеется вдали. Как этот домик еще не разломился? Классно. Вот у кого есть такие кустовые деревья, где-то во дворе или на даче, вот такие вот,
что среди них можно построить такой большой, как сказать, опору, да, и потом по опоре сделать наподобие таких ступенек и поставить лутки, как-то это все укрепить, не знаю. В общем, кто строитель, кто в этом разбирается, очень крутая идея. Размеры небольшие, но как вы мои масштабы знаете, я маленькая. Вот так вот. Классное, хорошее место. Ладно, пойдемте вниз. Побродим еще по парку. Поворот, выход. И идем вниз. Вниз, 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 вниз. И можно посидеть, отдохнуть. Как-то сильно даже... Не знаю, можно туда заходить внутрь или нельзя. Ой, это не огурцы случайно растут. Или кабачки, или огурцы, или... Ой, что же это такое? Может, это дыня? Так, кто у нас помнит? Листики, как огурцов, цветы, как огурцов, только большие. Может, это какой-то, типа, как она, тыква? Во, тыква. Pumpkin, на английском это pumpkin. Если вы думаете, что я там иногда двух слов связать не могу, у меня так и не получается слово выговорить, а просто мой мозг думает и переводит, как это по-русски звучит. Может, кто знает, кто не знает, я уже полгода здесь живу, в Америке, и у меня русского языка, ну, общения у меня нет никакого вообще на русском. Поэтому, когда я немножко запинаюсь, просто относитесь с пониманием, вот, очень тяжело. Когда у тебя в голове несколько языков, и ты пытаешься слово выговорить, да, как то, что ты пытаешься сказать, то, что ты пытаешься подумать, на камеру кажется, как будто, не знаю, тугодум какой-то. Ну, сори, как есть. Ух ты, какой вид красивый. Ну, не то, что прям красивый, но аккуратно постриженная газонная трава. Угу. Куда мы пойдем, в эту сторону или в эту сторону? Я хочу в эту сторону. Все-таки я спросила, это было тыква. Скажите, вам вообще интересно это все растительное представление? Ух ты! Боже, сколько тут мошкары, если бы знали. Синие цветочки. Очень их хорошо так видно, они так контрастом. Мне кажется, вот это оранжевое, это точно чернобрывцы должны быть. Самолеты, гром гремит. Сегодня проснулись ни свет, ни заря. Сейчас себя покажу. Продолжаем. Сегодня проснулись ни свет, ни заря. Приехали сюда, позавтракали. А, туда внутрь нельзя зайти. Там, если видно, как они называются, семечками. Скажите мне, я вам скажу. Sunflower это подсолнух. Подсолнух. Я хотела спросить, вам вообще интересно посмотреть, послушать, как там иногда что-то болтаю на английском. Конечно, у меня акцент уже чаще, но иногда, когда я разговариваю с миграционной службой по телефону, они меня иногда спрашивают, типа, в каком штате вы живете там, туда-сюда. И тоже, когда говоришь, что ты с другой стороны, они так, ну, неплохо, неплохо. Вот по поводу... Хотела сказать подсолнухов, кстати. Я когда увидела подсолнух, я думала, ой, там в Америке какой-то такой украинский, как это называется, как незнака, да, какой-то, то, что присуще Украине. Оказывается, эти подсолнухи суют везде. И в магазинах, и вот тоже, если вы видели, в вазах красиво стояли на столе. На первом, на втором этаже, в отеле, на свадьбы, на букеты. Короче, подсолнухи тут такой, знаете, как сказать, сейчас как бы сезон на них. И это некоторые вот люди, которые переезжают, они садят у себя дома подсолнухи. Иногда они вырастают, иногда нет. Как бы, да, чтобы знак какой-то был о родине. Но... Я так поняла, это очень здесь распространённое, когда видишь эти подсолнухи везде, думаешь, что ну не так уж это и автентично, честно говоря. Ой, красивое место, сейчас покажу вам тоже. Вот. Так, я вас вдохновляю, я вам даю всякие идеи разные, чтобы дома у себя что-то такое построить. Это не дикий виноград, это знаете что? Это веночек, мне кажется, это веночек. Вот, который растет таким
как оплетает, да, вот, оплетает всякие деревянные поверхности, заборы. И он цветет белым, по-моему, фиолетовым и розово-фиолетовым цветом. Такое старое пошарпанное дерево. Очень красиво бы здесь смотрелась фотосессия. Так, даю вам всякие картинки, да, для вдохновения. Даю вам пищу для мозга. Может быть, захочется вам когда-нибудь что-то такое сделать для себя любимых. Будем вдохновлять друг друга всеми возможными способами.